О том, что новые украинские власти не стесняются ни в средствах, ни в выражениях, свидетельствуют и новые разоблачения группы «Кибер-Беркут». Хакеры опубликовали выдержки из переписки известной украинской журналистки, соучредителя общественного телевидения страны Натальи Гуменюк и народного депутата Ирины Луценко, супруги лидера фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Юрия Луценко. Гуменюк называет украинский народ продажным, а жителей Донбасса – биомассой, и при этом делает советы, как ими лучше управлять. Народ примерно наполовину продажный, всегда недовольный и аморфный. Очень легко купить голоса, чтобы победить. Победят деньги. Более 50% это биомасса, которая не слышит нормальную речь. Они любят и слышат команду, а сами думать не могут. Журналистка также советует активнее вести информационную войну и сеять панику. К примеру, в транспорте пустить слух о том, что Россия якобы хочет применить ядерное оружие ради Новороссии. Все это журналистка называет, цитата, методом поворота мозгов донбассцев. Ирина Луценко, в свою очередь, искренне благодарит Гуменюк за несгибаемую позицию и обещает донести ее идеи до своего мужа-депутата, чтобы продвинуть инициативу среди большего круга людей.